Наконец-то! Вот буквально 2 минуты назад убрали наклейки RMR2020. Что это означает? А это означает, все те ребята, кто копили наклейки, либо покупали капсулы, тоже чтобы засолить на несколько недель, а может быть лет, те реально сейчас начнут богатеть. Хочу сразу тебя предупредить, это никакая инвестиционная идея и прочее. Это мой выбор, я покупаю определенные наклейки, я знал, что придет тот день, когда полностью уберут все капсулы. Их убрали. Давай теперь расскажу, что стоит все-таки присмотреться, прикупить и вообще вырастет что-либо в цене или останется на месте. Меня зовут Серега, Сайбербанана, и я начинаю. Как ты, в принципе, еще раз, давай тебе покажу, заметил? Реально нет никаких скидок, никаких наклеек. Давай 2 секунды тебе уделю времени, почему они будут расти и вообще будут ли? Ответ да, они действительно будут расти. Все капсулы. Все наклейки в капсулах, они будут расти, потому что каждый, кто их купит, он захочет либо их подождать и перепродать потом дороже, либо повесить себе на коллаж, на эмочку и так далее. Ну, кто не хочет повесить, допустим, голографическую Нави сейчас за 27 рублей себе на эмку? Это ж круто, круто. Поэтому запасы, те, которые выставлены сейчас в ордерах, будут потихонечку истощаться, а значит, цена на них, естественно, будет расти. Ну, все, в принципе, здесь рассказал, почему вообще это интересная идея. И теперь давай поговорим о том, что какие самые выгодные капсулы, какие самые выгодные наклейки нужно именно сейчас себе брать, чтобы реально с этого заработать. Это ни в коем случае, повторюсь еще, никакая не инвестиционная идея. Я показываю на своем примере, что действительно залетит, а что нет. Поехали. Первое и самое важное, что действительно будет расти в цене, это наши родные ребята, а именно Spirit, а именно Na'Vi. Естественно, я собрал Spirit и Na'Vi абсолютно разных наклеек. Как от простых, так и до золотых. Ты можешь видеть на примере, вот я скупал Na'Vi голографические, я говорю, сейчас они стоят очень дешево, и я тебе уверяю, через год ты скажешь, воу, это хорошее было вложение. Ну, лично я так себе скажу, потому что я закупил много. Если не говорить о Na'Vi, не говорить о спиритах, что еще брать? Пожалуйста, 974, раз, следующее хранилище, 1000, 2 хранилища, 1000, 3 хранилища и 1004 хранилища, и плюс еще очень большой всякий разный здесь в самом инвентаре, тоже много-много-много. Итак, давай откроем еще одно какое-нибудь хранилище и покажу, что там реально есть. А именно, я покупал наклейки ниндзя пижамы, я покупал наклейки Хероя, как голографические, так и обычные. Также, вот это, кстати, выглядит реально годно. Посмотри на наклейку Фейс. Она сочетается с любым красным сетом, будет реально пушкой, обязательно тоже на закупку, при этом стоят они вообще там копейки какие-то. Также смотрим, Virtus Pro, ну, пацаны, ну, просто one love, Virtus Pro я взял не потому, что там как-то не особенно выглядит, а потому что времена и те истории, которые они делали, все-таки остались, отпечатались в сердечке. Легенды заходят больше всего, потому что тут есть из чего выбрать. Фурия, огромнейшая фан-база, я также ее покупал. Na'Vi, как я говорил, ниндзя пижамы, ну, понятно, там, да, девайсик подтянулся, возможно, как раз и на это можно хайпануть. Ну, также Виталики, да, Зайву, там, от него, ему большой привет, за счет чего и их наклеечки тоже будут расти. Вот 100 воров тут как-то не в тему, но, может быть, где-то что-то они тоже покажут. Херойки на втором месте сейчас в топе, поэтому обязательно тоже к покупке. И, естественно, те самые спириты, за которых топлю. Причем у них очень красиво выглядит, как золотая, как голографическая, как обычная. И причем стоит вообще нереальнейшие копейки. Обязательно посмотрите и подумайте. Какие еще капсулы я покупал? Да, на самом деле, больше никаких. Может быть, чуть-чуть того. Но основная масса именно на легендах. Давай зайдем в другой контейнер, и я тебе покажу, что там тоже есть. Помимо фейзов, красивый красный сет еще подойдет обычный наклейки Fnatic. И также Fnatic голографически тоже классно выглядят. Поэтому смотрится великолепно, стоит дешево, и, естественно, я себе прикупил. Что тут еще мне есть? Ну, как я говорил, Хероики себе брал, также я себе ниндзя пиджамы брал. Ну, естественно, вот они, обычные наклеечки спиритов, которые стоят прям вообще дичайшие копейки, и при этом ты можешь смело... Ой, Тайлу немножко. Ну, Тайлу я прям вообще чуть-чуть брал, штучек 200, наверное, потому что есть у них хорошая фан-база, и сами понимаем, что там фан-база, наверное, побольше будет, чем все вместе взятые, поэтому их тоже нужно прикупать. То есть, да, вот видите, тоже вирусфон графически тоже набрал. Давайте еще раз заключение скажу, какие именно в большинстве своем я брал, какие я отсек полностью и какие рано или поздно стрельнут на очень много, а какие на мало, на что я рассчитываю. Первое, что главное, меня прям цепляет, это Na'Vi, выглядят реально очень круто наклейки, и я их скупил, наверное, процентов на 50
Средняя цена примерно у меня вышла 12 рублей за обычную, примерно 30 рублей за голографическую. Металлику я не стал брать, потому что ценник мне что-то не понравился. Я думал, что он еще ниже будет. Золото не брал. Поэтому в остальном у меня это обычная Нави, которая стоит сейчас 8 рублей. И если посмотреть, то примерно X7 она смело может сделать в ближайшие месяцы, возможно. Правда, там очень много ордеров, но все же. И я считаю, что Нави нужно брать реально. Второе, что самое меня больше всего цепляет, это Фейс, голографические Фнатики, голографические, и это Virtus Pro голографические, ну и Спириты, естественно, голографические. Тоже я их взял примерно на 10% от портфеля, где-то 15%, потому что они выглядят сочно и очень дешево, за счет чего я могу с них поиметь также X5 100 пудов. Соответственно, дальше что мы идем? Это мы идем к Херойкам, к Фурии, из-за фан-базы, из-за топ-2, немножко Виталити и так далее. То есть основное там по чуть-чуть, по 5% того, 3% того и так далее, они дадут точно X2, X3 по-любому, но это в совокупности весь мой портфель, и я уверен, ну, это же, извините, инвестиции, и я считаю для себя, что это все вместе даст больше X5. Посмотрим, что будет дальше. Я это видео делаю еще как не только для вас, но и для себя, чтобы себе потом сказать, что я был молодец, либо я был не молодец. Как ты считаешь, что ты покупал, что ты продавать сейчас уже собираешься? Сколько ты собираешься держать эти наклейки? И вообще, рад ли ты тому, что Valve решили резко так хлоп, и все. 2020, RMR, до свидания. Напиши об этом в комментариях, также поставь лайк, подпишись, чтобы мне было дико приятно. А я погнал играть в Counter-Strike и открывать пару капсул. Интересно, что там выпадет. Пока-пока.